Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Олег Герасимов, настоятель храма во имя иконы Всецарица в поселке Кера. Это в Всеволожском районе. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Олег. Здравствуйте. Благословите наших телезрителей на начало передачи. Бог благословит. Постом приятным. Сегодня начинается пост. Всем Божьего благословения. Дорогие наши телезрители, телефон в студии простой. 677-62-44. Код города 812. Звоните, пожалуйста, и принимайте участие в нашей, вашей передаче «Беседы с батюшкой». Темой сегодняшнего обсуждения мы выбрали православное отношение к успешности. И вот об этом мы будем с отцом Олегом сейчас и разговаривать. А мы ждем ваши телефонные звонки и комментарии. Дорогой отец Олег, когда мы говорим об успешности, то не думаем о том, что это каким-то образом может быть плохо. Ну, успешный человек, хорошо. Наверное, это очень хорошо. С другой стороны, сейчас в нашем обществе настолько много говорят о необходимости в постоянном быть успешным во всех сферах жизни, и в профессии, и в материальном плане, и в моральном плане, и так далее. Успешный человек, неуспешный человек. И есть еще такое понятие, которое также сейчас часто употребляется, это неудачник или лузер, еще такое выражение есть. Вот скажите мне, пожалуйста, отец Олег, успешный человек в вашем понимании и в понимании, на ваш взгляд, в понимании общества, это одно и то же или это разные вещи? Ну, успешность, которую пытаются нам навязать в качестве такой модели, это прежде всего связано с таким понятием, как обеспеченность. То есть успешный человек – это прежде всего человек богатый. И поэтому, если он богатый, то он как бы, ему разрешается многое. И поэтому для достижения своего богатства человеку развязываются руки, он может какие-то там использовать методы, которые, может быть, не совсем хороши или не совсем морально обоснованы и так далее. Но он это все покрывает тем, что он показывает, что он успешный, он достиг своей цели. И поэтому тут даже тренинги проводятся для того, чтобы показать, как человеку достичь этого, как выработать эти качества. Но при этом как-то забывается о том, что у успешности прежде всего должна быть какая-то цель. И вот тут самое важное, мне кажется, не то, каким человек выглядит внешне, а то, к какой цели он стремится. И поэтому, наверное, в понятие успешности с светской точки зрения и с церковной точки зрения вкладываются какие-то разные смыслы. Например, с моей точки зрения, человек успешный не обязательно богатый. Этот человек может быть просто знающий, куда он идет, вот это очень важно, и стремящийся к этой своей цели. Причем я прочитал в одной замечательной книге, сейчас даже не вспомню, но она не православная, просто меня мысль сама зацепила, о том, что если цель ты ставишь в пределах этой жизни, то это не цель, это просто промежуточный этап. Ты ее достиг, надо какую-то следующую цель. Настоящая цель должна выходить за рамки этой жизни. То есть цель, к которой нужно стремиться, она не может быть достигнута в этой жизни. И вот тогда, если человек действительно этой целью движим, тогда он может прийти к тому пониманию успешности, которое мне ближе всего. Отец Олег, я так понимаю, что в каждой семье, в любой православной семье или в любой семье, которая считает себя такой нормальной, хорошей, обычной семьей, ведь в этом случае мы всегда говорим,
ребенок должен быть, должен хорошо учиться для того, чтобы не работать дворником. Мы часто слышим это. Будешь плохо учиться, будешь работать дворником. Да, то есть имеется в виду, что, значит, соответственно, есть какая-то градация. То есть дворником плохо. Соответственно, самое лучшее в представлении родителей – это успешность, закончить какой-нибудь престижный институт с тем, чтобы получить очень востребованную профессию для того, чтобы и дальше, я очень часто слышу об этом, когда говорится о том, что эта профессия будет нищая профессия, или этот путь приведет к тому, что это не мод, и так далее. Но одно дело, когда, ну, скажем так, целиком все общество, что называется, заточено под поиск успешности. Другой разговор, что об этой же успешности говорят и те семьи, которые в том числе, ну, может быть, не каждый день, но ходят в церковь и которые слышат об учении Христа. Каким образом это может сочетаться? Мне кажется, прежде всего нужно отделить богатство от, ну, то есть не ставить богатство самоцелью. Потому что когда говорят, что нужно, чтобы ребенок там закончил престижный вуз для того, чтобы получал большие деньги, предполагается, что вот это вот получение больших денег и есть цель. Ну, потому что ты можешь при этом себе многое позволить. Но мне при этом представляется вот такая картинка. Представьте себе, что человек купил себе очень дорогой автомобиль. Дорогой, красивый, навороченный, он там сидит, и вот он в нем отдыхает. Ну все, вот он достиг этого. А дальше что? А дальше надо ехать. И вот тут встает проблема, а куда ехать? Просто покататься? Или там, ну, нет, теоретически ты можешь на этом автомобиле ехать куда хочешь и с большим комфортом. Но здесь очень важно, а есть ли куда тебе идти или нет. И поэтому вот здесь само по себе наличие какой-то там высокооплачиваемой работы, оно еще не является целью. Целью должно быть что-то большее. И вот для этого, да, конечно, в большинстве случаев надо учиться, но... Может быть, это так звучит странно, но и дворник тоже может быть успешным. В том, ну, смысле, да, что он знает, для чего он живет. А предположим, какой-нибудь миллионер, который имеет там много яхт и там всего-всего, что только душа пожелает, он не знает, для чего он живет. Вот у него это есть, а что это ему дает, он не понимает. И в этом смысле, конечно, успешным может быть даже человек, профессия такой не самый престижный, вот так скажу. Давайте вот такую вещь. Разделим богатство и успешность. Ну, например, когда человек может быть богатым, но при этом и богатство свое использовать для, просто для строительства церкви, для помощи другим людям, так, как должен поступать нормальный человек. Ну, представим себе, что человек выиграл в лотерею и, получив, там, не знаю, 1 000 000 рублей, употребляет это, распорядился так, как совесть ему позволяет. Да. Но при этом мы можем сказать о том, что этот человек успешен, потому что в его делании он много успевает в своем, что называется, спасении. Но при этом есть еще и сейчас появилась другая вещь, когда человек успешен, но при этом ведь деньги не самое главное. Мы знаем страны, где люди живут очень бедно, но при этом как-то очень счастливо. А есть и другие варианты, когда наоборот очень высокий достаток, но при этом очень как-то все, что называется, грустно. И в этом смысле вопрос, наверное, о том, насколько может быть человек успешен, но при этом не зависеть от денег. Это что, свобода? И в этом случае свобода какая? Свобода от принципов, нравственных, моральных принципов, или наоборот, свобода от денег благодаря тому, что человек морален,
и успешен именно в этом плане? Ну, мне кажется, что деньги, они не являются характеристикой человека. Вот так. Богат ты или беден, это не является ни твоей, ни показателем твоего какого-то духовного роста, ни наоборот показателем там, какой-то бедности твоей духовной. Потому что вот Господь в своих притчах и в своих примерах, которые Он приводил, Он нам показывает, что важно не само по себе количество какого-то имения там, или богатства, а твое отношение к ним. Самая такая яркая притча – это вот о богаче и Лазаре. Когда Лазарь, про него просто сказано, что он беден. Но очевидно, что он попал в то место, где вот на лоно Авраама, которое он заслужил, вовсе не потому, что он бедный. Хотя про него что-то, ничего больше не сказано, но очень важно. Во-первых, упомянуто его имя. Это значит, Господь его почтил тем, что он помнит его. Mm-hmm. Вот именно его, богача-то он не назвал по имени. И очевидно, что он умел вот эту свою бедность обратить на свою духовную пользу. И наоборот, про богача сказано только то, что он жил, ярко там ел, пил. Он умер, и его похоронили. Все, вот все, что о нем известно. То есть максимум, что он сделал, это то, что он, наверное, себе обеспечил богатые похороны. Давайте мы примем сейчас телефонный звонок, а потом я тоже задам вам вопрос сразу после звонка нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений. Я хотел бы сказать свое мнение на этот счет. Угу. Мое мнение, мне кажется, надо для начала стать человеком, чтобы когда про тебя говорит, сказать, вот этот человек, слово держит и все прочее. А потом уже профессия и бизнес, чтобы не оказалось, что ты стал успешным подонком. Вот самое главное. Спасибо, Евгений, вы очень интересный термин. На самом деле, хорошее, да, хорошее очень такое сочетание, успешный подонок. Но мы прекрасно знаем, что есть изворотливые негодяи, которые достигли каких-то высот и так далее. И при этом вот они, в общем, люди, с которыми общаться не хочется. И самый такой яркий пример, опять же, из Евангелия, когда был про Закхея, мытаря Закхея. Помните эту историю, когда он был маленьким ростом и хотел посмотреть на Христа и залез на дерево. И про него сказано, что он был начальник мытарей. Ну, то есть, по-нашему, это начальник налоговой службы там, или таможенный. И он был очень богат. И при этом к мытарям отношение тогда было такое очень пренебрежительное. С ними за одним столом сидеть было зазорно. Вот. И для нас сейчас это странно. Богатый человек, очень богатый человек. И им гнушаются, потому что, ну и что ты богатый? Мы знаем, каков ты. Вот. И вот сейчас, наверное, это трудно себе представить. Сейчас, если ты богатый, то априори уважаемый. Хотя, да, можно быть богатым, успешным подонком, вы правильно сказали. Тут есть очень интересный тоже аспект, потому что, когда мы говорим, что называется, о богатстве и спасении, то есть, понятно, что мы говорим о человеке, и Евгений сказал о том, что прежде всего вот человек. Да. И вот здесь тоже очень интересный такой вопрос возникает. Когда мы говорим о человеке, то есть мы же в любом случае не отказываем никому, никакому человеку в том, что он образ и подобие Божие. Ну, вернее так, может быть, образ, но не подобие, но, в общем, короче говоря, мы к людям, по идее, должны относиться со всяческим желанием им, что называется, добра. Но сейчас ведь есть такое интересное расхожее мнение, что если это еще из Ветхого Завета, когда человек считается любим Богом, если он богат, и человек нищий, это значит, что называется, наказание.
Божий. И сейчас, я смею вас уверить, это мнение очень часто можно встретить, в том числе, например, там, скажем, в неопротестантских кругах. Потому что если ты богат, ты успешен, значит, тебя любит Бог. Ну, видите, это, мне кажется, такое упрощение. То есть хотят выработать некий такой критерий, ясный для всех, чтобы можно было видеть, Господь с тобой или Он не с тобой. И в этом смысле вот неопротестанты, они пошли по такому наиболее простому пути. Ну, действительно, логично, если тебе Господь дает деньги, то, соответственно, Он тебя любит и тебе, значит, всячески благоволит. Да, да. Но мне кажется, что здесь немножко так все, даже слишком. Ну, то есть, не немножко, а очень даже сложнее. Потому что как же тогда быть с тем, когда святые отцы говорят, что если человека посетила беда, то Господь его посетил. То есть вот это никак не укладывается в это протестантское понятие. Потому что мне доводилось читать истории, когда ну вот человек был богат, он был успешен, и вот он пошел в церковь и начал воцерковляться, и вдруг вот все развалилось, и все вот стало так плохо. И он вместо того, чтобы озлобиться, вместо того, чтобы там как-то начать винить там всех и вся, он понял, что вот здесь Господь показал ему, что вот тот путь, по которому он шел, хотя и давал ему какие-то внешние признаки успешности, но он путь тупиковый. И вот когда человек в этот тупик зашел, уперся головой в стену, Господь ему как бы показал, вот давай-ка мы вернемся немножечко назад и начнем ну, не совсем с нуля, но, по крайней мере, отмотаем. И если человек это понимает, то тогда вот это свое внешнее падение, которое все расценивают как, ну, полный крах, он начинает воспринимать как новое рождение. И вот тут вот как раз появляется то самое, что называется успех. Хотя внешне, и в общем, все вокруг могут сказать, да это же фиаско. Но нет, это вот самый расцвет. У меня есть знакомый, он был алтарником у нас. И он, ну вот так получилось, что он попал, ну там по ложному или не по ложному обвинению, он попал в тюрьму. И вот мы сейчас с ним время от времени поддерживаем, вот переписываемся, и, может быть, он и смотрит нас, ну, или там, может, сможет посмотреть, ну, вот и он поймет, о ком речь. Вот. И меня просто поражает, когда он говорит, слава Богу, что вот так произошло, потому что я в такой зашел тупик. Я такие, он после того, как он в церкви с самого раннего детства, он поалтарничал, и он вроде как шел уже, вот, ну, как это положено, алтарник дальше, там, семинарий, все, а он уехал в Москву, там, стал бизнесом заниматься, еще что-то, говорит, ногой двери открывал там всяким там знаменитостям. И вдруг на него такое обрушилось. Потерял сразу все. И вот сейчас он говорит, что слава Богу, вот это вот показатель успешности, да, на мой взгляд. Ну, вот сейчас вспомним тоже, опять-таки, Яна Златоустова с его «Слава Богу за все». Сначала примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. В каких областях не должен работать христианин? Очень хороший вопрос, Игорь, спасибо. Да, действительно хороший. Но мне кажется, что христианин может... То есть это нет такого, скажем, прямого запрета на то, что вот христианин, вот это непременно только вот в каких-то конкретных областях. Есть, конечно, вещи, которые он точно не должен делать, но это не только христианин, это вообще любой здравомыслящий человек. Например, там в порно-бизнесе или там в каком-нибудь в наркотиках. Там. Понятно, что это даже не только для христианина, это вообще для здравомыслящего человека неприемлемо. А так... В принципе, христианин – это не профессия, это даже не социальный статус, это мировоззрение. Поэтому где бы человек ни работал, он или он христианин, и он тогда работает как христианин,
Или, ну, он может свое, скажем, нерадение списать на то, что ему там вера не позволяет. Но тогда это будет плохой христианин. Это мне всегда по этому поводу очень нравится. Православный инженер, православный повар, православный и так далее. Который везде святую воду добавляет, я знаю, там в кирпичи там, или, соответственно, в суп. Нет, православный – это человек, который живет Христом. Вот это православный человек. Кем он при этом работает, это не важно. Господь ему поможет в любой его деятельности, лишь бы он делал ее добросовестно, как бы из рук Христа принято. Это, ну, как бы такое общее понятие. И тогда, да, понятно, есть какие-то вещи, которые неприемлемы для христианина. Ну, да, сложно представить себе бармена, продающего алкоголь. Да. Ну, да. В общем, здесь все понятно. Иоанн Златоуст, соответственно, слава Богу за все. И понятно, что поначалу человек, то, что мы ему говорим, успешный, но в результате многократно сосланный и нашедший свой покой тоже в ссылке, правда, ссылка. Да. Была здесь, кстати, недалеко, то есть в нашей, на территории нашей, тогда еще, на территории тогда еще Советского Союза. Но дело-то не в этом. Слава Богу за все. Очень, наверное, хороший девиз для любого успешного человека, потому что иначе следующий вопрос. Можно ли быть успешным человеком без памяти о Боге? Ну, я думаю, что это зависит от того, что вкладывать в это понятие. Вот с точки зрения, с моей точки зрения, я не берусь там за всю церковь. Невозможно. Потому что успешность, как только внешние какие-то достижения, она, конечно, может быть без памяти о Боге, но это совершенно тупиковая ветвь. Это как раз тот самый случай, когда человек, в общем, не знает, для чего он живет, и если он делает деньги просто ради денег, то в какой-то момент он просто, ну, опять же, упирается в стену. И есть, к сожалению, там случаи, когда люди и с собой поканчивают, на себя руки накладывают, и там и с ума сходят, и все, потому что, как я уже сказал, цель должна быть вне этой жизни. Вот. Да, потому что если представить себе, заканчивая, ну, скажем так, зачем я иду в школу для того, чтобы пойти в институт, зачем я иду в институт для того, чтобы найти работу, зачем я найти работу, ну, и так там, далее. Зачем мы живем, чтобы детей родить? Это, конечно, хорошо, детей родить, но надо, чтобы детей этих воспитывать для того, чтобы они стали... Это, знаете, как в одном известном фильме говорится о том, что человеку нужен человек. Да, и поэтому действительно, и Бог нам нужен, действительно, человеку нужен Бога человек. Да. Вопрос вот какой возникает здесь. Это, конечно, хочется вспомнить Иова. Потому что ведь что говорила ему супруга после того, как он потерял все? Будучи, ну, богатый человек, все, благословен Богом, как ему говорили. Но жена что ему говорила? Похули Бога. Да, прокляни. Да, то есть, ну, буквально. И друзья-то, которые, с которыми он... Ну, она-то с таким, как это сказать, с добрым намерением, чтобы поскорее тебе умереть. Да. Ты похули, он тебя сейчас убьет, чтобы ты хоть не мучился. Да, да, ну, примечательно то, что, конечно, Иов молодец. Он, ну, мне, конечно, не мне его оценивать, что он молодец. Просто восхищение вызывает то, что... вот показать, как... Вне зависимости от того, где ты, как ты и в каких-то условиях, все-таки всегда быть с Богом и всегда благодарить Его, это, ну, конечно, ну, это высший полет. Это то, к чему мы стремимся. Недавно я совсем был на выставке Репина, и там одна из картин, представленных, как раз Иов разговаривает с друзьями. И Илья Ефимович, конечно, очень интересно построил композицию картины, потому что вот друзья с ним говорят, жена ему что-то нашептывает на ухо, а он настолько вот в молитве, что было, вот, все было абсолютно понятно. И поэтому вопрос у меня следующий. Смотрите, мы часто Господа просим,
Но даже вот просто в молитве «Отче наш» мы просим «Хлеб наш насущный дашь нам несь». И ну, ни для кого не секрет, что очень многие воспринимают это как просьбу, ну, пельмени на сегодняшний день подай нам. Мы можем просить Господа, и еще говорится о том, что всякий просящий Господа получит, что называется. Поэтому нужно ли просить у Господа: «Господи, дай мне денег, дай мне машину, дай мне...» По горизонтали можно ли просить у Господа? А то есть хлеб и что-то еще, и масло к нему. Да, хлеб и масло. И икру, да, на него, и еще что-нибудь. Не, ну просить-то все можно. Просто Господь нам показывает, что Он исполняет не все просьбы. Он их как бы корректирует. И из этого, к этому, вернее, это приводит к тому, в частности, что мы там не сразу получаем просимое, или получаем не то, что просим, да, вот не, да. не в том виде, или только потом мы понимаем, что это то нужно. Самое и нужно было. Поэтому просить-то просите, конечно, но Господь сам скорректирует все и сделает как надо. Здесь у меня тоже будет вопрос именно по поводу просьбы и молитвы к Господу, но прежде мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы заняты? Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, ведущий, батюшка. Вопрос такой, успешность. Вот успешность, она же бывает духовная, но это, наверное, там, прежде всего, там, прощение всех своих грехов, там, страстей и пороков, там, вот. И успешность, ну, как бы житейская, материальная. Это понятно, там, вот если кто-то просит, там, я хочу купить квартиру, полмиллиона там не хватает, или хочу поступить в институт, вот, а на взятку денег нету. То есть так, прежде всего, наверное, духовная успешность должна быть, а потом уже просить и, ну, того, что кому хочется. Вот как вот правильно, чтобы правильно это все понимать, а не то, что вот я хочу машину и все. Отлично. Да. Спасибо за такой вопрос. Мне кажется, что даже не сначала должна быть успешность духовная, а, собственно, она и должна быть одной, первой и единственной. Как у Булгакова. Свежесть, она первая, она же и последняя. Вот. Потому что если человек идет к Богу, если он старается понять свое место в этой жизни, это очень важно, то тогда Господь будет давать ему ровно то, что ему на этом пути нужно. И если это подразумевает то, что он должен взойти при этом по какой-то карьерной внешней лестнице, он по ней взойдет. Мы знаем замечательных православных и руководителей. Мы знаем пример преподобного Серафима Вырицкого, который был в свое время успешным во всех смыслах купцом. И потом просто оставил все и стал монахом. Но он до этого хотел стать монахом. То есть он с самой юности своей стал... Но это же ему не мешало вот стать именно. Успешным. Да. Это означает, что на пути к Богу, если по этому пути предполагается пройти какое-то время, неся бремя денежных каких-то вещей, потому что это же ужасное бремя на самом деле. Я, правда, сам не знаю, у меня такого нет, но я имею общение с людьми, которые имеют деньги, они говорят, что деньги – это головная боль. Это, конечно, там, ну, в глазах других людей это пропуск ко всем благам мира и так далее, но это же их надо сохранить, это же надо их как-то там вкладывать, это же надо там за них беспокоиться, чтобы их не украли и так далее, это ой, как страшно. Так проезжаешь мимо каких-нибудь таких богатых домов, шикарные богатые дома, что первое бросается в глаза? Огромный забор и камеры слежения, потому что люди боятся. Потому что они боятся, что к ним залезут, что их украдут, там что-то и так далее. Поэтому это бремя. И вот если Господь на пути вот этого духовного восхождения человеку это бремя дает, то Он дает для того, чтобы тот распорядился этим бременем, так, чтобы еще преуспеть больше в своем пути к Богу. И тогда все будет на своих местах. То есть, в первую очередь, конечно, успешность духовная. Все остальное приложится. Отче, есть вот еще такой очень интересный аспект вот по поводу молитвы. Ведь действительно, может ведь молиться не о том, что дай мне машину, дай мне денег, дай мне жену, красавицу, дай мне там это, дай мне это. То есть не просто
что называется, вот, ну, я, значит, называю эти молитвы такие, по горизонтали. Но ведь действительно можно молиться о том, что, Господи, дай мне сил, дай мне знаний, дай мне здоровья, дай мне возможности позаботиться о своей семье, дай мне возможность заработать для того, чтобы, опять-таки, не просто для того, чтобы у меня на моем счету в банке росли нули, а для того, чтобы вот действительно позаботиться о семье, о своих близких, о своей маме и так далее, и так далее, и так далее. Ну, здесь мне кажется, что, опять же, Господь все корректирует. Потому что, когда мы просим о чем-то, то мы, конечно, себе представляем, что вот получим мы прямо сейчас, просим мы, ну, конечно же, мы этим распорядимся вот только так, а вот мы будем. Но, к сожалению, это не всегда подтверждается, потому что есть примеры, когда там человек получает миллион, скажем, там выигрывает, и потом он становится там жутким скрягой, там, или миллион его губит. Господь знает, что дать. И, в частности, вот вы затронули тему здоровья. Сразу вспоминается тот случай, когда Господь пришел к теще Петра. Помните, он пришел, она лежала в горячке, и он ее исцелил, и она встала и служила ему. Он не просто так дает здоровье. Не просто здоровье ради здоровья. Сейчас это такой, знаете, вот фетиш такой прямо. Вот здоровье, здоровый образ жизни. Нет, здоровье для чего-то. И поэтому, когда я что-то прошу, я, конечно, могу в свой список вносить все, что угодно. Господь сам его отредактирует. Есть тоже замечательная притча, когда некий человек, ну, то ли в видении, то ли во сне, то ли как-то увидел, что вот он пришел в какую-то лавку, а там, значит, за прилавком сам Господь. И тут говорит: Господи, а можно? Говорит: можно, все можно, проси все. Проси все, что ты хочешь. И тут начинает и здоровье, и там, и богатство, и то, и это все напросил, что только вспомнил. И Господь выносит ему маленький-маленький такой пакетик. Он говорит: как это все? Говорит: да, я забыл предупредить, я продаю только семена. Ага, ты понятно. Сам должен, вот сам. И поэтому Господь тебе поможет, если ты хочешь что-то, что-то получить. Но сделать что-то ты должен сам. Ну, вспоминается опять-таки Соломон, о чем просил Господа? О том, что он дал чего? Мудрости. Мудрости, мудрости, конечно. И в результате к этой мудрости в этом пакете было все остальное. Да, конечно, это самое. Ну, если человек... ну, на самом деле, молитва – это же такое обоюдное. Это же и мы Бога просим, и Он нам вкладывает в душу то, что следовало попросить. Это вот в молитве... забыл уже. Ну, там были слова: Господи, сам во мне молись. Научи мне, о чем тебя просить, и сам во мне молись. Вот такой смысл. Что я не знаю, чего у тебя просить. Ты лучше меня знаешь. Вот. И поэтому мы можем, конечно, поначалу, ну, по горизонтали, все что угодно просить. Но потом потихонечку мы сами понимаем, что есть вещи, которых просить не стоит. Да, вот именно что. Но ведь тут еще одна вещь есть. Тоже очень интересный аспект в этом плане. Это когда, знаете, мы молим Господа вот усердно, настолько усердно, что мы настолько убеждены в том, что это нам необходимо. И совершенно конкретно. То есть мы не просим, да будет воля Твоя, Господи, но будет воля Моя. То есть как в Отче наш. То есть не будет воля Твоя, а будет воля Моя. И в этом случае тогда, конечно, наверное, мы просим помощи не у Господа. Но здесь еще один вот такой тоже очень интересный аспект, который касается успешности. Один наш очень известный профессор был в такой паломнической поездке в Австрию. И наши православные женщины, увидев, ну, это было еще во времена такие тяжелые, и там, соответственно, была такая: ой, смотрите, сколько здесь всего, как вот люди живут, как они улыбаются, потому что они не задумываются о том, что есть, во что одеваться, все очень хорошо, все замечательно.
На что знаменитый наш профессор ответил: зато у нас в России спасаться легче. Да. Спасаться действительно легче. Потому что там, где все есть в магазинах, там, где по первому там, твоему требованию прибегает там целая армия спасателей, Богу то как-то некуда приложить-то усилия. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Меня зовут Любовь, я звоню из Абхазии. У меня такой вопрос. Как часто вы советуете причащаться в пост рождественский? Хороший вопрос. Спасибо вам большое, Любовь. Ну, на самом деле, по поводу того, как часто надо причащаться, здесь есть много мнений. Начиная от того, что там не чаще раза в год есть такое, и заканчивая тем, что чуть ли не каждый день. Потому что отношение у нас к причастию, ну, такое достаточно, скажем так, разное. И те, и другие крайности, они имеют своих, в общем, сторонников, да. И те, и другие могут объяснить, почему. Вот. Я своим прихожанам рекомендую причащаться чаще. Ну, скажем, там раз в месяц, это тот вот край, когда дальше которого уже, в общем, затягивать нельзя. И я могу объяснить, почему. Потому что, на мой взгляд, причастие – это встреча с Богом, по которой нужно соскучиться. И если ты причащаешься слишком часто, предположим, то это может стать таким вот, ну, неким дежурным актом. Вот ты к нему приходишь, потому что так положено, потому что ты вот уже привык, потому что вот литургия, вот надо причаститься. Если ты некоторое время без причастия потомишься, ты уже начинаешь понимать, без него ты не можешь. И вот мой опыт показывает, что где-то вот в течение месяца, да, это очень остро чувствуется. Дальше происходит такой обратный эффект, когда человек вот не причащается долго, и он уже как-то начинает поэтому, ну, уже как-то его не так уже это и трогает. А год проходит, и уже вроде как и не нужно совсем. И я это объясняю для себя тем, что душа, которая требует вот этой пищи, которая не может без нее жить, она поступает не так, как поступает наш организм, который, если он требует пищи, то это значит, вот я голодный, я хочешь не хочешь, встал, пошел, поил, потому что иначе нельзя, и ты чувствуешь, что ты умрешь. А душа, она просто тихо-тихо засыпает, она вот просто перестает тебя тревожить. И тогда происходит страшная вещь. Если ты долго не причащаешься, то вот так вот потихонечку становишься уже, в общем-то, живым, конечно, человеком, но очень условно, с пустыми глазами. И такой человек может прийти, предположим, раз в год, ну, как положено, на причастие. Ты спрашиваешь, в чем ты грешен? А ни в чем. Потому что уже и грехов своих не вижу. Потому что если за год начать перечислять, вроде как слишком много, а вроде как и говорить-то не о чем. И, в общем, редкое причастие в этом смысле, мне кажется, пагубно. Вот. Ну и слишком частое тоже может быть, ну вот не совсем хорошо. Хотя есть люди, которые причащаются каждый день и причащаются с таким вот горячим чувством, что я прямо даже им завидую. Вот. Поэтому причащайтесь так, как вам духовник ваш скажет. Ну, я считаю, что раз в месяц это вот такая хорошая край. Да. Ну, и потом еще ведь, опять-таки, если рождественский пост... Ну, постом, да. Постом удобнее причащаться, потому что, ну, один из атрибутов, так сказать, подготовки к причастию, именно пост, уже как бы о нем думать не надо, он и так идет. Соответственно, значит, вот можно все остальное... Чаще. Да, можно чаще причащаться. Тем более, что ведь во время поста мы еще и усиливаем молитву. А когда мы усиливаем молитву, то мы чаще, обращаясь к Господу в молитву, и начинаем испытывать тот самый голод, о котором говорите. Это так. Хотя, видите, получается, что рождественский пост, он, в отличие от Великого поста, он так особо, скажем, ну вот нет чего-то такого, что его бы отличало по внешним каким-то признакам. Великий пост хорош чем? Тем, что там богослужение сразу меняется, сразу как-то ты начинаешь понимать, вот, пост пришел. А рождественский пост в этом смысле это такое, знаете, ну, свое личное делание. Я сам себе должен поставить такой предел, которого я должен пытаться достичь.
Потому что, ну, есть, конечно, то, что уставом положено, но мне же надо, чтобы я сам почувствовал, что это пост. А как его почувствовать, если богослужения те же самые, если, в общем, ну, ничего такого особенного снаружи не меняется? Вот попробуйте тогда, ну, участить, скажем так, причастие. Это было бы здорово. Это такая, я так понимаю, что рождественский пост – такая личная аскетика. Да, потому что очень тяжело поститься, когда вроде тебе ничего к этому не понуждает. А вы знаете, отче, здесь как раз ведь то, что, опять-таки, касается нашей темы с вами, темы успешности. Новый год. Каждый раз, когда мы встречаемся с этим таким совершенно уникальным явлением в жизни нашего общества, что, во-первых, это такой абсолютно языческий, на мой взгляд, абсолютно языческий праздник. Потому что даже есть такие приметы, когда там на салфетке нужно записать желание, сжечь его, пепел, в общем, что-то такое. И очень мало в это время вообще в принципе каких-то разговоров. Очень много говорят о гороскопах и прочее. Но прежде всего все говорят о желаниях, и эти желания абсолютно, на мой взгляд, не может быть иначе. Они все такие очень плотские, такие очень материальные. И вот в этом случае вопрос. В семье праздник в течение многих лет был одним из самых главных праздников. Каким образом православному христианину, верующему, противостоять желанию, скажем, в семье встречать Новый год? Надо ли противостоять? Да, вопрос не в том, чтобы показать, что ты вот такой православный, что ты прям вот такой православный, что уже и не христианин. У меня, к сожалению, был такой период в жизни, когда, прям там 8 марта, это прям такой бесовский праздник. И тем самым мы обижали очень людей, которые, может быть, этого пока не понимают. Православный человек – это человек, который пытается, чтобы через него был виден Христос, вот так скажем. Потому что когда он просто всем показывает, что он православный, что он мясо не ест, что он отрицает все эти языческие праздники и так далее, то это уже фарисейство. Это уже вот ты пришел, и все видят. Вот этот человек, на которого нельзя дышать, потому что он в темноте может... Да, потому что он в темноте может читать совершенно спокойно, без лампочки, потому что ему нимб все освещает. Вот. Нет, православный человек, он не такой. Я думаю, что... Да, люди встречают праздник, и то, что это праздник, это уже хорошо. То есть это есть повод, чтобы поговорить о начальнике всех праздников. Даже не поговорить, нет, не надо говорить о Христе. Надо, кто-то из старцев уже в последнее время сказал, не надо разговаривать с людьми о Боге. Надо стараться жить так, чтобы с тобой захотелось о нем поговорить. И вот... Так себя вести и так этот праздник превратить его в радость общения. Да, превратить в радость общения, чтобы он не был напоминанием о язычестве, чтобы это не было действительно там огульное желание чего-то, потому что, понятно, что ходило, помните, когда было тысячелетие, заканчивалось, у нас говорили, как год встретишь, так и проведешь. Да-да. А с 99-го на 2000-й год говорили, как тысячелетие встретишь, так его и проведешь. Да. Вот это, конечно, отчасти может быть верно, потому что если ты его встречаешь с радостью и с желанием доставить радость другим, то при этом можно же, не нарушая пост, спокойно этот праздник каким-то образом переплавить, что ли, устранить, аккуратно из него вот эту языческую составляющую убрать. И я так могу сказать, что церковь же всегда так делает. Она же не просто так, когда пришла на Русь, не упразднили же эти праздники, там Масленица та же. Просто аккуратно придали новый контекст. Я думаю, что здесь надо быть немножечко даже хитрым. Как-то так. Отлично. По-хорошему хитрым. Отлично.
Так и мы и будем поступать. Вот, мы будем стараться, пока не очень получается, потому что все-таки люди норовят. Но у нас шутки ходят, что на Новый год будем освещать шампанское и так далее. Но это шутки, да. Потому что, ну, вот. Но тем не менее, я знаю своих коллег, которые там на Новый год устраивают там богослужение, потому что лучше в храме, чем там за столом. В этом тоже есть свой смысл. Но... Да, ну у нас литургия в новогоднюю ночь тоже будет во многих храмах. Ну, во всяком случае, насколько я знаю, в каждом благочении в одном храме обязательно будет новогодняя литургия. Да, есть. Я понимаю, что у нас, насколько я понимаю, есть возможность всегда выбора. И в этом случае, когда мы говорим о служении Богу и о служении деньгам, два этих служения невозможны. Невозможно совмещать. Да, совмещать это невозможно, потому что есть, конечно, попытки, и всякий раз люди, которые пытаются это делать, думают, что они открывают что-то новое, но Евангелие, даже написанное 2000 лет назад, оно, в общем, актуально, и с каждым годом все более и более актуально. Поэтому перепроверять и убеждаться в том, что да, все-таки этого нельзя совмещать, я считаю, что это не нужно. Действительно, невозможно это делать. Но здесь очень важно для себя сделать выбор. Потому что когда люди приходят в церковь, ну, бывает такое, что приходят люди, скажем, уже с определенным достатком, и их на первых порах отпугивает, неужели мне все это придется оставить? Неужели мне придется, там, не знаю, в монахи сразу постричься? И людей отпугивает вот это, что вот я вынужден буду теперь на молитвах простаивать, что мне теперь надо там все раздать, как это сказано. Вот. Но таких людей я успокаиваю тем, что это не обязательно. Это не является обязательным условием. Это то самое, что называется вот высший пилотаж. То есть, если Господь тебя к этому призовет, то Он сделает это максимально деликатно. Так что ты сам поймешь, что это путь твой. Но это вовсе не означает, что это путь всех. Потому что не всем дано быть монахами, не всем дано быть там, и священниками, не всем дано быть. У каждого свой путь. И поэтому, когда человек, опасаясь, что он лишится денег, решает выбрать, сделать все-таки в пользу мамоны, то он, опять же, идет по тупиковому пути. Потому что мамона – это очень плохой бог. Он своих последователей обманывает, в конце концов. То есть люди, которые служат ему, они, в конце концов, жестоко разочаровываются. Вот. И это подтверждение просто, ну вот, бесчисленное множество. Если же ты служишь настоящему Богу, если мамона для тебя всего лишь, ну, может быть, ну, какой-то... То, что помогает тебе идти по твоему пути, Господь тебе даст ровно столько и ровно тогда, сколько и когда тебе это будет нужно. И тут просто вот каждый день, каждый шаг – это просто подтверждение чудес, которые Господь творит, что Он рядом, что Он нас слышит, когда, например, там вообще нет денег, а вдруг тебе там откуда-то сверху сваливается. Когда вот тебе вот нужно, и прям вот ровно столько, сколько нужно, тебе приходит. Я вспоминаю вот отца Василия своего, Ермакова, который я к нему пришел, и это было просто для меня чудо. Мне нужно было ехать на очередную сессию в Свято-Тихоновском университете. Я пришел, отец Василий, все плохо, с работы не отпускают, но там надо было отпуск оформлять за свой счет, а мне там, в общем, дела не отпускают, и денег нет. А это в Москве жить целый месяц, и неизвестно где, и неизвестно как. И вот это было, знаете, прям, ну, это, наверное, немножко так отец Василий так меня, может быть, под это самое подтрунил. Как писали про святого праведного Иоанна Кронштадтского, который брал пакеты, не распаковывая, значит, да, вот он точно так взял, там было написано «Отцу Василию», и действительно пакет был запакован, он мне отдал. И вот верите, вот копейка в копейку, вот ровно столько, сколько... Я там, конечно, не жировал, то есть я уехал в Москву, я там смог прожить этот месяц, я там, ну, что-то кушал, как-то что-то, я и просто вот... Для меня это было чудо,
потому что ну, вот в тот момент мне было просто вот или уходить из университета, или как-то где-то искать деньги. И вот этот вот жест «возьми», вот, это было очень здорово. Я до сих пор это помню, и это прям вот для меня это подтверждение того, что Господь слышит все. Да, и я понимаю, что еще один самый последний аспект, который, вот, наверное, даже мы уже и не будем обсуждать, но аспект именно того, что все-таки мы в молитве к Господу должны быть очень осмотрительны. И самое главное, чтобы, конечно, возложить всю свою жизнь в руки Господу, и тогда у нас все будет хорошо. Отче, благословите наших телезрителей. Благословен Бог наш. Я призываю на вас Божие благословение. Поздравляю еще раз с началом поста и желаю вам провести его максимально к пользе душевной и к достижению того, что называется успешностью. В том смысле, в котором мы сейчас обсудили. Спасибо большое. Отец Олег Герасимов был сегодня в нашем эфире, настоятель храма во имя иконы Всецарица в поселке Кера Всеволожского района. Дорогие наши телезрители, мы очень признательны вам за ваше участие в жизни нашего канала. Не оставляйте нас без ваших молитв. И, конечно, оставайтесь с нами на Первом православном канале.